Привет. О, пушистый какой. Ничего себе. На ветру раздуло. Ездил сейчас, дождь идет опять сегодня. Ну так, не сильно холодно. Короче, решил прокатиться на самокате. Что сидеть дома? Ну, я поработал с утра. В 6 часов встал. Думаю, поеду, доеду до светофора. Что-то с утра опять у меня завтракать нечем, я же воду пью с энергетиком, там, ну, как просыпаюсь, а энергетиков нету, закончились. Короче, съездил в светофор, ну, и, конечно, кроме энергетиков, еще всякой шняги накупил, набрал. Сейчас будем делать обзор небольшой. Так, ну, можно, в принципе, и тут, только я не вижу. Короче, ладно, будем показывать. Вот так. Так, три ножа захватил перед выходом. Это так чисто. Решил взять ананасы, кусочки, в сиропе. Баночка. Небольшая баночка, короче. Ну, не знаю, сколько здесь грамм, не написано. 580 грамм. Что-то рублей 70. Недорого. Палочка лосося. 200 грамм. 135 рублей. 200 грамм, офигеть, копейки. Сыр Гауда. Сыр хороший кусочек. Решил сырку взять на 200 рублей. Вот полкило почти. Ну, это специи адыгейская, аджика. Прям запах обалденный. Я вообще тащусь от такого запаха. Переноска нужна была. Мне там не хватает воткнуться. Ну, Кёрнер прихватил эти. Обычно перчатки кататься на самокате, резины обрезиненные, ну и для работ таких домашних и так далее всяких, пригодится, пачка пусть лежит нормально. Такой вот фонарь, это, короче, что это на 500 люмен фонарь, вешается на улицу куда-нибудь, он на солнечной батарейке набирает свет, а потом светит. Ну, надо проверить, вообще я сомневаюсь, что он работает, хотя стоит, в принципе, там 250-300 рублей, что ли. И энергетик. 12 банок взял. Короче, вот этот производитель, я не знаю, что за производитель, Турбука. Непонятно, что это. Не реклама. Дерзкая энергия. Короче, апельсиновый, вкусный, мне понравился. Такой легкий вкус у него. 40 рублей, 38 рублей. Я не стал брать этот, еще есть, помнишь, тогда было, которые алкогольные-то вот эти напитки-то были энергетические. Они же запрещены сейчас, а они, видимо, из бренда вышли, теперь просто выпускают энергетик. Надо, кстати, тоже попробовать. Ну, почему-то какой-то осадок остался, потому что вот из-за того, что они выпускали, наверное, алкогольные энергетические напитки. Вот, в связи с этим... Короче, там написано их даже на банке. Без... А, нон-алкоголик. Вот. Что еще купил я? Так, у меня тут рюкзачок. Но он, конечно, весь грязный, обрызганный. Спина куртки тоже. Но она цветная, на ней не видно. Вот. Надо, кстати, заехать будет в какой-нибудь магазин. Я хочу купить все-таки дождевик. Или на Валберес надо сейчас заехать. Точно, я на Валберес закажу. Поищу дождевик, чтобы одевать длинный с полами, потому что брызги летят. И в такую погоду вообще прикольно кататься, конечно, по лужам. Я фигачил по лужам. Прям такие брызги. Но минус в том, что, естественно, брызги попадают мелкие на спину. Хоть крылья глубокие у самоката, но вся эта все равно требуха вся потихонечку летит. Летит на спину. Вот. Короче, вот они мои 11 баночек, ну, не знаю сколько, 2 штуки в день, много не надо. Я хотел сегодня потренироваться, конечно, на стадион еще сгонять, но, видимо, не получится. Да, бумагу купил туалетную, это круто. Мне она больше нужна даже не тут для туалета, а очки протирать, потому что салфетка не всегда под рукой. Так, и что я еще купил? Я еще купил офигенную штуку.
Вот, я нашел Эво в коврике, но я заказал на Озоне, поэтому я его, короче, не стал брать на выходе уже. Но заказал, вот сейчас купил вот такой вот коврик. Мягкий прорезиненный коврик на вход к двери. Ну, у меня, короче, здесь просто так вот все болтается. Я так думаю, что еще дожди будут. И летом, возможно. Так, что-то жужжат часы. Пора обедать уже. Ну, сейчас вот так вот постелю его здесь. Конечно, надо убраться было бы. Я не знаю. Сегодня праздник, вербное воскресенье. Я, конечно, не суеверный. Ну, черт его знает, я с утра встал, у меня настроение было нормально. Потом началось. А, встал-то я из-за чего? Трубы потекли. Короче, трубы потекли у нас. Одна секция. Мы с Серегой вчера крутанули, попробовали ее. Не работающая. А она, собака, ночью подкапывает. Мне под утро холодно стало в 6 часов. Я думаю, что случилось такое? А оказывается, автомат выключился. Вот, здесь, короче... давление. Вот сейчас опять давление, если видно, там 1,2, а я уходил 1,3,5. Ну, короче, раз в сутки надо будет давление подбивать. Блин, до 1,1 упал собака. Это из-за того, что я подошел, что ли? Короче, я научился, мне Серег вчера показал, там кранчик маленький регулируется. Потихонечку, и он воду подкачивает в систему. Не знаю, я ту эту батарею перекрыл назад, но она все равно капает. Как туда вода попадает в нее, я не понимаю. Вот что. Не знаю. Ну ладно, Серег придет, еще посмотрим. А главное, за компьютером, за моим. Так, что еще у меня тут? Сегодня вербное воскресенье. Воскресенье. Сегодня 9 число. Доставки должны быть с Озона. Вот. И, соответственно... то, что мне нужно, второй монитор подключить. Я вчера монитор, который мне привезли к Xiaomi. Кстати, хороший мониторчик, тоненький. Хочу подключить. И сегодня уже работать полноценно. Кресло есть, мониторы есть, все есть. Но это я потом обзорчик на рабочее место сделаю, когда доведу его до конца. И мне нужна еще доска ламината. Одна штучка. Какая-нибудь красивая. Ну, я потом покажу посадку в кресле, потому что я сижу так, и у меня руки расслаблены на подлокотниках мягкого кресла. Мышка у меня не такая, как у всех, вот, которая... у меня роллербол. И, собственно, она на месте стоит, поэтому очень удобно будет работать. А клавиатуру Apple тоненькую положить тоже на эту дощечку и сидеть кайфовать, откинуться так вообще. Вот, я так дома работал, мне прям... ну, у меня выдвижная панель встала в столе там домашнем. Стеклянного каленого стол такой, но нет, тут нету такой штуки, поэтому вот. Ну, стол вроде нормальный, я его потом еще, кстати, вот. О, купи краски потом, Ань. Ладно, ты этот ролик посмотришь, где-нибудь надо отметить, купить краски, которые ты хотела, вот эта крутая какая-то там немецкая краска, которые шкафы все перекрасить и так далее. Мы здесь много чего ей покрасим, вот. Что не нравится, на какой цвет, в один примерно цвет выкрасим. Такой нормальный матовый хороший цвет какой-нибудь выберем. Вот. Ну, типа оранжевого моего любимого. Ладно, чем ролик первый загружу. Сейчас канал создам новый, туда буду грузить свой лайв. Пока буду снимать на iPhone 13 Pro Max. Вот. А потом... не знаю, когда потом. Скорее всего, через недельку. А может, уже на этой неделе. Посмотрим там по деньгам. Уже много растрат. Куплю GoPro 11-ю, последнюю. Ну, к ней, наверное, ручку, какую-нибудь держалку там. Вот, потому что к сезону надо подготовиться, поснимать ей, попробовать ее в деле, как она снимает. А то мелкие сейчас это будут у нас купаться. Хочется тоже позаснимать все это. Вот, она вроде как водонепроницаемая. Да, вчера я тебе говорил, суп приготовил. Смотри. Ну, блин, правда, он тут сейчас как-то не очень выглядит. Ну, ладно. Как есть. Короче, вот такая штука. Морковка, картошечка, красная рыба,
Ну, красная рыба тут больше килограмма было. Ну, кастрюлька маленькая, всего 3 литра. Но суп все равно получился нормальный такой вкус. Немножечко прям слегонца пересолил, потому что я, как это, когда солю, воду я заливаю в последнюю очередь всегда, поэтому по емкости. Я раствор делаю, этот рассол в отдельной емкости, все это смешиваю, пробую на вкус, а потом уже все это заливаю. Ну, соответственно, с запасом с небольшим, потому что овощи там все эти, картофель он очень соль поглощает и так далее. Вот. Но мне такая соленость нравится. Там, в принципе, супа немного. Я еще там фишечку вчера сообразил, прикольную. У них белый хлеб здесь продается такой, ну, как вот квадратом такой, буханкой. Вот. А он это плотный, вот как у меня вот в детстве бабушка на заводе работала. И у него поры хорошие. Его кусок отрезаешь, и прям в этот суп кладешь, он пропитывается. Вообще классно получается там прикусочку. Ништяк. Ну ладно, потом тогда это буду. Буду ролики снимать, буду рассказывать рецепты свои. Вот. Что еще хотел сказать, тут это работает штука. Все нормально. Устойчивость хорошая у нее. Включается она достаточно редко. Я такой, она сейчас выключена, потому что нагретая вода. Охлажденная тоже холодненькая водичка здесь есть. Вот. Редко очень включается, несколько раз в день всего. Да, соответственно, потребление энергии низкое достаточно. Поэтому вот. Ну тут косячок есть, дырочка сбоку, но это потом я залеплю. Ладно. Не будем сильно ругать доставку эту. Ну, как бы я все равно ролик выложу на YouTube. Там немножечко мата есть, конечно. Не буду. Ладно. А может, запикаю. Вот. Вот еще, кстати, хотел сказать. Я думаю, что у меня живот крутит, вертит. Я с утра с горшка не слезаю. Матча, чай зеленый. Прикинь. Короче, с него. Я сегодня для эксперимента, думаю, много не буду. Треть чайной ложки взял. Вот этот. Он там порошок. Ну, значит, на стакан вот такой. Стаканчик налил. Кипяточечку. Размешал все. Выпил. И у меня опять началось. Блин. То ли он разгоняет аппетит, то ли надо что-то с ним есть, чтобы желудок не пустой был. Потому что я тогда насытый желудок уже пил, вроде нормально. Не знаю, будем экспериментировать. Но я, кстати, и с него исхуднул нормально тоже. То есть попил чуть-чуть, но у меня слетели калории с живота. Так, все, наверное. Буду завершать ролик. Пойду я. Не знаю, сейчас я в интернете узнаю. Кстати, сегодня можно убраться здесь в комнате? Уже пора полы помыть. Убраться немножко. Тут, конечно, мусора немного, но тем не менее. Люблю чистоту. В своей хате теперь будет у меня здесь аккуратно и чисто. А, по поводу этого забыл тебе сказать. По поводу защиты. Я хотел сегодня защиту еще одеть полностью. Короче, одевал, одевал, одевал ее всю полностью. Куртку напяливал сверху. У меня не получилось одеть куртку. Там вот этот вот на спине черепашка как-то зацепила куртку. Она у меня узкая, через горловину. Не застегивается, а вот через горловину. Ну, в общем-то, я мучился, наверное, полчаса, психанул. И это самое. И все убрал в сумку. Короче, подробности не буду рассказывать, но вкратце тебе покажу. Тут ударился об стенку. Ладно, потом я заклею, ладно. Я даже заклею. Мы перекрасим эти арки из этого бледно-голубого цвета. Вот эту комнату перекрасим с тобой в какую-нибудь веселую детскую. Вот. Ладно. Всем, кто будет смотреть этот ролик, кстати, на всякий случай, я это все рассказывал своей супруге, жене. Вот. Поэтому так интереснее, когда кому-то обращаешься конкретно, а не к большому количеству людей. С другой стороны, кто будет смотреть это все? Бред этот. Блин, и вот у меня в первой списке стоял в задаченьке барбершоп, и я его, короче, не это, так еще не осуществил. Ладно, если сегодня удастся, тогда туда, в центр, еще сгонять, мелочишечки всякое перекупить. Ну, в барбершоп заехать. Короче, и на тренировку надо, наверное, если успею. А пока что работа.